На 25 тысяч рублей могут похудеть карманы предпринимателей и представителей управляющих компаний за несвоевременную уборку и вывоз снега. Начиная с января 2018 года, Управление административно-технического контроля администрации Хабаровска вновь может наказывать рублем нарушителей правил благоустройства. В этом году зима снежная. Значит, снега идут в неделю по два, по три раза, по одному разу. Значит, не успевают. Значит, естественно, и предприятия, организации чувствуется кризис, значит, сокращает часть своих работников. Вот они, вот не успеваем. Из имеющихся сил, значит, не успеваем. Но это не является основанием, потому что безопасность граждан, безопасность прежде всего. Согласно правилам, тротуары, подходы к магазинам и подъездам жилых домов должны быть очищены от снега и наледи не позднее, чем через 6 часов после прекращения осадков. А образовавшиеся грязно-белые барханы вывезены незамедлительно. Но на практике все обстоит иначе. Здесь у нас территорию почистили после снега, складировали на зеленую территорию, что запрещено правилам благоустройства. Должны сразу вывозить. Не вывозилось ни разу, если так вот взять. Вот, да. Не такие большие снегопады шли, чтобы накопить такую кучу. Зачастую предприниматели вину признают, но желают разделить ответственность с соседями. Ну вот у нас убирается, но он везде вот так же убирается. Ежедневно специалисты администрации города в общей сложности составляют порядка 30 протоколов об игнорировании правил благоустройства. С этого года, чтобы привлечь хабаровчан к порядку, им необходимо предъявить не только фотонарушения, но и автографы двух понятых. Проштрафившихся приглашают на заседание административной комиссии. Территория ЗС-7 не очищена от снега и снежного наката до твердого покрытия на всю ширину в полном объеме. Объяснение нарушительно очищено будет до конца дня. 12 сияющих снежно-белизной заправочных станций «Хабаровскнефтепродукт» привлекли внимание специалистов АТК. Мастера, не обеспечившего безопасность клиентов на вверенных ему АЗС, накажут штрафом по 3000 рублей за каждый объект. А между тем интернет пестрит объявлениями фирм, желающих помочь организациям избавиться от последствий снегопада. Некоторые обещают вывести один кубометр снега всего за 100 рублей. А у нас нету работы, мы сидим, вот ждем, кто бы нам бы, ну, там позвонил бы, чтобы, ну, там приехать бы, убрать бы снег бы. С начала года специалистами административно-технического контроля было выписано порядка 150 постановлений. Сумма штрафов составит более 400 тысяч рублей. Наталья Чернышова, Дмитрий Папуша, Хабаровск. События.